такие подосиновички. Целое семейство. Лес здесь хороший, грибной. Ну, мне кажется, везде лесные так грибные у нас в Мурманске. Несколько минут работы. Пожалуйста. Такой еще красивый стоял. Прям рядом не заметил. Грибов тут реально очень много. Даже если толпу идти, он еще на листочках. Маленький подосиновичок. Если толпы даже идти. Я обычно собираю сначала грибы, потом уже хожу за ягодой. Потому что грибы-то могут отойти, а ягода еще будет. Поэтому сначала бегаю за грибами, потом уже все остальное. Потому что грибы, как они, когда чуть холодно, все, они исчезли. Их нет, и за ними гоняться тут, бегать, искать. Пока их много, лучше собирать их. Вон там еще вижу много подосиновиков. Пойду в ту сторону. Этих не возьмет, наверное, там. Вот, на этой сопке их очень много. Быстренько соберу и домой пойду. Не хочется, конечно, но... Что-то орешки пропали. В принципе, в этом месте их и не особо было. Они там или выше, или ниже. Такое маленькое семейство подосиновиков. Маленькие, плотненькие, красивые. Мухоморы. На одном канале я смотрел, как их готовят. И реально народ ест. Может, они съедобные, но я не рискну. Много сейчас что-то, но... Сами вот и боровички. Так, там еще собрал до этого боровичков. Где они? О! Чок. Боровичок. Такие вот. Отлично. И здесь место оказалось червивым. К сожалению, что-то сегодня очень много червивых грибов. Надо же, чей-то туалет такой, каких-то грызунов. Но они ходят на место, что ли? Не мог один так много. Там это принести. Странно. Вот еще. Ну, плохо, скорее всего, были. Запасы, боеприпасы. Что такое оно? Очень большое сооружение. Вот еще земляночка. Маленькая, может, баня. Кстати, здесь и бани были. Женщины вот мылись в банях. Старцы грибы, вот такие полянки. Вот сколько много. Это, кажется, беленькие. Так, отлично. Сколько боровичков нашел. Надеюсь, они не червивые. Здесь раньше стояли ПВОшные артиллерии, если я правильно называю. А это землянки были. Как-то видим на канале, у меня есть, я снимаю. Там бруствер стоит. Тут, видимо, офицеры жили. Все ровненько там, вот землянки такие обычные, скорее всего, может склад припасов. Такое интересное место. Бруствер сохранился, хорошо чуть ли видно, но видео уже про него снимал. Не знаю, я снимал на еще на старую мыльницу. Может, конечно, будет переснять, чтобы и звук был получше. Я на этой камере. Звук очень хороший. Или, может быть, кстати, можно переозвучить, конечно, и выложить. Не знаю. Если буду этим заниматься, то повесю в начале следующего лета. Вот здесь тоже видно, какие-то были сооружения. Тут кругом вот сопка, на которой стою. Здесь кругом все в каких-то вот сооружениях бывших. Постройки. Видно сразу, что здесь были постройки. Этой сопки. Если не ошибаюсь, то именно здесь стояла женская дивизия. Кому интересно, может пойти на Бромыс. Там есть памятник под открытым небом. Самолеты стоят и карта расположения дивизии. Кстати, у меня видео там тоже должно быть. Не помню, я уже 2 года назад снимал. Сейчас, кстати, просмотры набирает. Это у меня старое видео, но попало какой-то сайт. Не знаю, и оттуда идут просмотры. Что меня не может не радовать, конечно. А поначалу просмотров было мало, и, честно говоря, мне видео не понравилось из-за качества звука и качества картинки. Вот, вот сырышка. В бане мылись, червивая. Пушная тревога. И прям из бани выскакивали, и к орудиям. Такие были.
времена. Здесь, кстати, бывало довольно много грибов. Сегодня что-то я не вижу. Странно. Кто-то, может, собрал уже, прошел. Может, вчера. Тут сегодня я видел только троих людей. Но они далеко не шли, они там внизу ковыряются. Так, вот такие места у нас. Ай! Скользко. Дети, да, потащили голубя. Больного, травмированного. Тут ему хвост оторвал. Положили в коробку его, ставил на балкон. Еды насыпал. Сегодня он умер. Вот. Зато, как мы им говорим, они после отмечений. Потому что сейчас кто-нибудь там издевался над ним. Кошки, чайки, дети. Так он спокойненько, мы говорим, заснул. Заснул и проснулся. Утром я его обнаружил, уже околевшим. Тут тоже видно четкое сооружение. Может, что-то прикинуть в том, что я по этим темным местам хожу. По этим местам я хожу только, когда собираю грибы. Здесь хорошие грибные места и недалеко. От города далеко, от остановки не особо. Поэтому здесь такое относительно все экологически чистое. Съел, значит, отдохнуть. Птицы покой не давали. Просто над ухом пролетали. Не знаю, вряд ли внизу сейчас какие-нибудь. Может, те птенцы вылезли. Или, может, они уже, так как я в защитном костюме хожу, может, ими не заметили, что кто-то сидит прямо с головой. Кричат что-то. Ну, так они пролетают, но раз, видимо, видят меня и улетают в сторону с криками. Так. За ягоды, конечно, пойду в другое место. Немножко пою по северной. Да. Северо-запад. Туда пойду. Вот, сейчас скажу на северо, ой, на юго-восток. Если кто не знает, как определить, то вдоль залива. Залив будет состоять лицом к заливу. Слева юг, справа север. Впереди запад, сзади восток. Залив он у нас через весь город протекает, так что легко можно определить стороны света. Странно. Опять зашел в место, где грибов практически нет. Редко подосиновички попадались. Но собирал так немножко и беленьких. Кроме аккумулятор сядет на батарейке. Если буду снимать, то уже на телефон. Который у меня вполне сносно снимает. Может, даже обзор сделаю. Стоит покупать такой, не стоит. Стоит ли он своих денег? Что-нибудь так. Мне так вполне он очень понравился. Это месяца два я с ним хожу. Если буду снимать, то дам ссылку на, чуть не упал на сайт, где заказывал Xiaomi Redmi 9. А, Xiaomi Note 9. Мне вышел за 13 тысяч. Или меньше даже. Сейчас он меньше стоит. Можно было найти за 11 сейчас. Там 128 гигабайт памяти, оперативка 8, что ли, или 4, тоже не помню. Такие красивые места. Ну, а тут небольшое болотце, поэтому и грибов тут нет. А хотя бывает, когда очень грибной год, и в болотах березовики растут. Они хорошие. Пойду на ту сопку Клапа, там тоже много мест, и там работают рабочие, они лэпы меняют. А они уже спустились ниже, потому что тут они уже поменяли. Слышно так, как работает техника отсюда, так что это не от дороги, от дороги здесь ничего не слышно. Довольно далеко с проезжей части от Печенской дороги. У меня сядет аккумулятор. Так, что еще хотел сказать? Вон та очень красивая сопка. Особенно вид с нее. Когда смотришь, я в них ходил, говорят, дух захватывает. И они идут обратно. Когда возвращаемся, обратно обязательно через эту сопку. Хотят еще насладиться. Вот такой
даже надеваться не буду. Так, старенький. Не я, старенький гриб. Так, пойду я через то болотце пройду. И пойду на то. Там еще грибные места есть. Очень хорошие. Если до меня там никто не побывал, грибы уродились, то я там пособираю. Паутины. Лось замучили. Здесь ходят лоси. У меня видео есть. Я снимаю на фотоловушку лося примерно в этом районе.